секретные карты. Я знаю, куда мы плывем, капитан. Я пришел попрощаться с тобой, с тобой и твоим кораблем. Я спускался в трюм, я беседовал там с господином, начальником крыс. Крысы сходят на берег в ближайшем порту в надежде спастись. На верхней палубе играет оркестр, и пары танцуют фокстрот. Стюарт разливает огонь по бокалам и смотрит, как плавится лед. Он глядит на танцоров, забывших о том, что каждый из них умрет. Но никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет. Никто не хочет и думать о том, пока, пока Титаник плывет. Матросы продали винт эскимосам за бочку вина, и судья со священником спорят всю ночь, выясняя, чья это вина. И судья говорит, что все дело в законе, а священник, что дело в любви. Но при свете молний становится ясно, у каждого руки в крови. Но никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет. Никто не хочет и думать о том, пока, пока Титаник плывет. Я видел акул за кормою, акулы глотают слюну. Капитан, все акулы в курсе, что мы скоро пойдем ко дну. Впереди встает холодной стеной арктический лед. Но никто не хочет и думать о том, куда Титаник плывет. Никто не хочет и думать о том, пока, пока Титаник плывет.